Всем привет из Северного Степного Крыма. Хочу показать 7 апреля 2022 года. На улице плюс 23, но немножко ветерок начался. Просматриваю, в общем, вот такие вот семьи купил. Там низ тоже битком забита, куча пчелы в полете. Он, блин, поставил тут, потому что пыльца просыпается, что-то не понимает. Что она просыпается, должна вниз сыпаться, то ли ветром ее сдувает. В общем, почему-то вниз сыпется немного пыльца. Именно в этой семье. Сейчас хочу показать. Жены нет, ушла на работу, поэтому... А мне надо быстро просмотреть, все ли матки начали сеять, что тут вообще происходит. Сейчас покажу. Как матки покупные лупят. Видно, мать? Расплод битком. Там уже все засеяно. Вот бруска до бруска мёта не вывели. Вот так вот. Вот так вот лупят. Вот так вот. Вот таких пчел купил. Такие пчелки Бакфаст. Кто-то спрашивал, поближе показать. Пчелок, не знаю. Давайте поближе покажу. Вот такие вот пчелки. Такие интересные. Такой вот цвет. Обалденно лупят. Сейчас прошел уже четвертую семью, смотрю. Все четко, расплода валом. Еще две надо будет сейчас просмотреть. Ветерок поднимается, поэтому быстро надо все делать. Как-то так.